Понедельник в Самарской области пасмурно и дождливо, днем плюс 7, плюс 9, ночью плюс 3, плюс 5, ветер восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, дождь, днем плюс 7, ночью плюс 4, ветер восточный, 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно и дождь, температура воздуха днем плюс 8, ночью плюс 4, восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурное небо, продолжительный дождь. Днем плюс 8, ночью плюс 4, ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 88%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.